Россия. Западная Сибирь. Как видите, мы за вами пристально наблюдаем, мистер Пигарев. Оказывается, вы предоставляете некие скрытые услуги. Почему скрытые? У нас все открыто и официально. Видимо, некие услуги приносят вам хороший доход, раз вы купили себе дорогой автомобиль, да еще и на гусеницах. Так это же свайбойная установка. Мы устанавливаем свайный железобетонный фундамент. Я ее поэтому и приобрел, чтобы людям помогать. Под видом услуг вы предоставляете людям некий товар за баснословные суммы. Вы издеваетесь? Это железобетонные сваи. Мы с помощью них фундамент устанавливаем. Они в 3 раза дешевле монолитного и на 40% дешевле ленточного. У нас имеются сведения, что ваш товар – подделка. Меня не запугать макулатурной липой. У нас весь товар имеет сертификат качества по ГОСТу. Одна свая выдержит до 25 тонн нагрузки. Подходит для всех типов малоэтажного строительства и прослужит свыше 100 лет. Хватит втирать эту чушь. С февраля по апрель ты был замечен в Алтайском крае. А уже в мае в горных краях. Откуда такой разброс территорий? Все верно. Мы же работаем по Сибири, и погодные условия никак не влияют на забивку свай. Крепкий орешек. Буду предельно откровенен с вами, мистер Пигарев. Нам стало известно, что с вами вошел в контакт некий субъект по кличке Тихий. Власти нашей страны его считают очень опасным человеком. Это Сашка, мой сотрудник. Простой и честный парень. У меня все сотрудники – сертифицированные специалисты. 5 лет уже работаю вместе. Никогда не подводили. Может, еще и этот честный? По кличке Танк. Не Танк, а Толя. Отличный специалист. Тоже 5 лет работаем вместе. Что делал в горах в мае? Я же уже говорил, фундамент монтирования. На холмах? Да, мы можем работать на участках с уклоном и на слабых грунтах. Как долго ты вынашивал свой план? У нас монтаж под ключ 1-2 дня, и все готово. Кто твой поставщик? Завод-производитель из Барнаула. Может, ты еще про украденную пенсию Ларисы Ивановны не знаешь? Что? А это здесь при чем? Говорит правда. Крепче, только наше слово.